Министр внутренних дел Почувашии Сергей Неяскин провел в Новочебоксарске строевой смотр личного состава отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции. Генерал-майор проверил внешний вид сотрудников, наличие у них служебных удостоверений и жетонов. Обращаясь к коллегам, Сергей Неяскин подчеркнул, при общении с гражданами полицейским важно быть предельно тактичными и вежливыми, а командирам он порекомендовал заботиться о своих подчиненных.